8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, который объединяет родных и дарит теплые воспоминания. Ведь семья – это самое главное в жизни каждого человека. По этому случаю 6 июля в Каспийской библиотеке имени Фазу Алиевой состоялся настоящий праздник. Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека. Играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса, конечно же, всего нашего общества. Важнейшая социальная функция семьи – это, конечно же, воспитание и развитие детей, социализация подрастающего поколения. Почетными гостями такого теплого мероприятия стали кандидат медицинских наук, член президиума клуба «Здоровое материнство» Раиса Шахсинова, начальник отдела управления записи актов гражданского состояния Каспийской Татьяна Гамирзоева, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери и иеромонах Иоанн, руководитель женского направления отдела просвещения Муфтията Республики Дагестан по городу Каспийску Асият Исмаилова и многие другие. Участники встречи отметили важность празднования такой знаменательной даты. Зачастую можно наблюдать такую картину, что приходишь в гости кому-то, да, там сидят дети, взрослые, все в телефонах. Они пришли как бы общаться друг с другом, но они почему-то в телефоне сидят. Как кто-то сказал, вот из политиков, современные цифровые технологии, они приближают людей, которые находятся на тысячи километров друг от друга, но отдаляют людей, находящихся рядом с нами, наших близких. Очень важно построить в семье правильные отношения, так как ребенок – это отражение родителей, который передает приобретенные ценности в семье своим детям. По словам руководителя женского направления отдела просвещения Муфтията Республики Дагестан по городу Каспийску Асият Исмаиловой, такие праздники способствует объединению, и его празднование нужно сделать традицией, так как в любой религии семья, а именно ее сохранение, является основной задачей. Очень большое место занимает сохранение семейных уз. Является это самым, наверное, важным для человека задачей важной. С того момента, как он вступает, да, в брак, заботиться за свою семью. Украсили мероприятие концертной программы «Юные дарования», которые исполнили трогательные музыкальные номера.